С вами канал «Улица Москвы», и в этом выпуске прогуляемся по второму Хорошовскому проезду, проходящему между Хорошовским шоссе и улицей 5-й магистральной. Сейчас отклоняемся от Хорошовского шоссе влево. Это самый отдаленный, наверное, от станции метро, потому что первые, третьи Хорошовские проезды выходят к станции метро Беговая, вот. Ну, третий Хорошовский там через улицу Розанова немножечко, а мы вот здесь сейчас находимся и будем двигаться в направлении 5-й магистральной. Здесь, кстати, вот один автобусный маршрут под номером 27. И ходит он достаточно редко, могу сказать. Ну, местные жители в основном, конечно, пользуются теми маршрутами, которые проходят по Хорошовскому шоссе. Либо же идут до метро пешком. Благо, до него не сильно далеко вот отсюда. До станции метро Беговая где-то метров 500-700, наверное. Плюс-минус, конечно. Мешком завалило. Сейчас много у дворников работы. И продолжает сыпать. Но эстетически, конечно, это все неплохо воспринимается. Давно не видели таких деревьев, наверное, уже год как. Таких обильных снегопадов еще не было этой зимой. Так, здесь где-то еще должна плодово-овощная база располагаться. О, красная пресня, или как это называется правильно. Там тоже сейчас очень много офисов на этой территории. А мы двигаемся далее к улице 5-й магистральной. Ну вот, можете видеть расписание этого автобуса. Если кому-то интересно, в какие-то часы он ходит два раза в час, а в какие-то даже и один.
Да, он тут, конечно, петляет нормально по этим промзонам, через эти магистральные улицы, тупики там, в районе Шелепихи. Когда-то там на Шелепихе не было ни МЦК, ни метро. Это была очень труднодоступная местность. Так, а там вот что-то еще сооружают.